Всем привет, кентуха на проводе, и прямо сегодня я тебе покажу топ-3 самых дорогих аккаунта ютуберов по стендов 2. Они настолько дорогие, то что они могут купить весь рынок, продать его, обратно купить и обратно продать. Вот это поворот! Ты просто не поверишь своим глазам, насколько же они крутые! Поэтому, братанчик, прямо в эту секунду прожми огромнейший лайк, подпишись на мой канал и напиши любой хороший комментарий. Ну что же, а мы начинаем! Наше почетное третье место занимает ютубер Холдик. Все думали то, что он будет победителем, но нет, ребята. Это только начало, дальше будет еще дороже. Так, ну что же, давайте посмотрим, что же у нас по статье. Легенда! Ничего себе, Холдик! Так оказывается, Холдик киберспортсмен, да? Так, кто не верит, вот его клан, вот я лидер, и я нахожусь на его аккаунте. Прикиньте, мне Холдик доверил свой аккаунт. Я тут сейчас все попродаю. Не понял. Так, ну что же, давайте-ка мы прямо сейчас перейдем в его инвентарь. Вот тут, ребята, самое интересное. 3, 2, 1, погнали! У Холдика 347 тысяч голды на балике. Обалдеть, как же у него много пар перчаток еще. Я только что посчитал, у него 19 пар перчаток. И эти 19 пар перчаток стоят суммарно, ребята, плюс 30к. Вот у перчаточки, посмотрите, какие красивые. Перчатки Мимикрай! Блин, ребят, это просто имба. Так, окей, листаем дальше. Дальше у нас пошли ножи. Сюда на базу! Обалдеть! Давайте считать, сколько же тут ножей. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 пар ножей! Но знаете, что самое крутое? То, что среди этих ножей есть тычки Хармони. Обалдеть! Так, ну что же, за все эти ножи мы добавляем плюс 110 тысяч голдишки. Ох, ребята, уже 487 тысяч. А вот дальше будет вообще полный разнос. Просто полнейший разнос, ребята, приготовьтесь. Обалдеть, это только третье место. А что будет дальше? Вы посмотрите на этот М4-1 паладин, который стоит 18к, и на котором 4 девилиша и чарм Black Spot. Обалдеть! Что? Тут тоже чарм Black Spot? Так, ребята, чё-чё-то мне плоховатенько стало. Холдик, ты вообще адекватный или как? Так, окей, этот М60 меч с этими 4 наклейками плюс 10к. Дальше фамбум, дефолтик М110, сколько он стоит? Сколько? 18к? Я бы в жизни этот скин не купил бы. Ну, давайте за эти два скина плюс 25к. Окей, идемте дальше. М4 самурай и М41 паладин с чарм блэкспотами. Ну, это где-то, ну, минимум плюс 60к. Вы посмотрите, еще есть М4-1 Year of the Tiger, который стоит 100к! Холдик, откуда у тебя так много дорогих скинов? Ты ненормальный, плюс 100к, P90, самурай, и тут тоже есть Charm Black Spot. Ну ты вообще нормальный? Ты нормальный, я 5 эти девилиш, но ты уже доел! Так, ребята, это плюс, ну давайте плюс 25к. Обалдеть, данный аккаунт уже стоит дороже 700 тысяч. Дальше вижу Берец, 5-Sand Venom, T9 Glitch, опять эти девилиши, мне уже плохо. Дальше USP Mirage Minance и AVM 2 Years Red, на котором опять есть Charm Black Spot. Я говорю, Холдик, братан, без обид, но я вызываю врачей! Ты вообще нормальный? Ты выкупил все девилиши и все чармы Black Spot с рынка, какие только были. Обалдеть, ребята, вы просто сейчас, вот я сейчас себя подвину, посмотрите, он даже на Care 2 Years приклеил девилиши. А, и Charm Black Spot. И на P350 Charm Black Spot. И на USP 2 Years Charm Black Spot. И на G22 Count Charm Black Spot. Холдик, ты ненормальный. Так, ребята, я сейчас посчитаю стоимость всех этих скинов и скажу вам просто одну суммарную цифру. 5 minutes later. Короче, ребят, суммарно все, что вы видите прямо сейчас перед вами на экране, это плюс 150 тысяч. Итого, ребята, на данный момент этот аккаунт уже стоит 857 косарей. Ну и это не все, потому что тут есть в инвентаре, знаете что? Конечно же, девилиши, потому что Холдик помешан на девилишах. Вы посмотрите, ребята, мне такое ощущение, что его загипнотизировали, я не знаю. Ну как можно было девилиши покупать? А сколько мне стоит? 25к! Окей, вот это все, вот эти все наклейки, вот эти все чармики, плюс 3 девилиша, это плюс 100к. Итого, ребята, 957 тысяч. Так, давайте мы еще перейдем на рынок и посмотрим, что же там есть такое интересненькое. Потому что я уверен, что Холдик что-то да припрятал на рыночке. Нажимаем мои запросы и... Что? 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 Мужик, ты зачем за 2 голды поставил дробаш фейсы? Ты чё? Какой-то дробаш пасфандер с 4 дефолтными наклейками. Так, Дигала Рочи, ну тут по-любому должно быть что-то дорогое. 4 Дракулы, ну типа, ну это не миллион стоит, Холдик.
Итого, ребята, его аккаунт стоит суммарно 960 тысяч голды. Ну и прямо сейчас мы переходим на следующий аккаунт. И второе место занимает ютубер Шакотти. У нее очень дорогой инвентарь. Я вам скажу честно, он прям нереально дорогой. Потому что я уже одним глазком посмотрел. Моя челюха просто вышла из этой комнаты. Так, ну что же, смотрим профиль. Феникс, да ты что, моя, ты маленькая. Так она еще киберспортсмен же оказывается. В союзниках тоже Феникс. В общей статистике 5000 часов. То есть это реально очень жесткий и активный аккаунт. Ну что, ребята, я хочу перейти в инвентарь. Раз, два, три. Что? 265 тысяч голдишки просто лежит на балансе, просто как мусор. 266 тысяч. 266 тысяч. Дальше у нас идет 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 пар перчаток. Плюс 12к. Дальше у нас пошли ножички. Но тут, ребята, в принципе, так сказать, все по дефолтику. Тут тоже из голдпасса. Ну, давайте плюс-минус там он 1,5 косаря. Дальше. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ножей. И самое дорогое это М9 Bayonet Universe. Ну, ребята, тут, я думаю, плюс 30к. За все эти ножички плюс 30к. Уже аккаунт стоит 308к. Но то, что вы увидите дальше, вам станет плохо. Ну, а дальше мы видим нереально дорогой инвентарь. Какие скины, какие наклейки. Да это же просто мечта. Даже обычный М16, ну, посмотрите, какие красивые на ней шилды. А шилды реально замечательные, окей? Смотрим дальше. М4 Sunset, АКР-12 Riot, АКР Mirage Minens, которые стоят тоже 13к! А? П-90 самурай? Статре? С четырьмя самураями? Я, конечно, извиняюсь, но вы откуда все это берете? Вы что, ненормальные? Давайте считать, сколько стоят все эти скины, которые у нас с вами перед экраном. Тут тоже есть еще МП-7 статрековская, тоже стоит 10к. Сейчас я посчитаю и скажу вам итоговую стоимость. 5 minutes later. Плюс 120к! Да, ребята, это нереально дорогие скины. Так, ну что же, теперь листаем ниже, и тут... Вы это видите? Давайте просто себя подвину. 2 диглаурейт, не 11, 2 диглаурейт. Еще один АКР ТХ. Обалдеть, а сколько сейчас стоит диглаурейт? А диглаурейт стоит по 100к. Просто вот это 200к. Плюс 5-7 Poison тоже очень дорогой. Обалдеть, 220к. Плюс эти остальные скины. Плюс 250к, это самый минимум. Итого, данный аккаунт стоит уже 678 тысяч. А это только начало. Так, ребят, ну что же, мы листаем вниз. И что мы тут видим? Я тут вижу просто тюму АВМ Festal Wrap. Но они вроде недорогие. Но по 200 голдишки мы такое даже не считаем. АВМ Интерспорт статрек с четырьмя наклейками арканами. Окей, понял, принял. Так, мужики, вот все, что мы видим прямо сейчас с вами на экране, включая этот P350 Blizzard. Но это, ребята, давайте я тоже возьму по минимуму. Это еще плюс 80к голдишки. Итого 758 тысяч. Окей, идемте дальше, идемте дальше. Вы чё? Откуда вы? Дайте мне его, дайте мне его. Не, ну это сходу плюс 70к. Ну это, ну типа, ну это минимум. Просто из-за одной наклейки Punisher плюс 70к. Уже 828 тысяч. Ха-ха, вот это инвентарь. Плюс тут есть АВМ Интерспорт обычный с наклейками арканами. Ну давайте за все это. Тут еще есть АКР Туерс с четырьмя самураями. Какая же это имба. Ну давайте вот за все это, ну плюс еще, ну так по минимуму возьмем, плюс 20к. Вот за все эти скины, что вы сейчас видите на экране. Так, окей, идемте дальше. P350 Radiation. Ну такой себе, ну давайте за все эти легендарки, за все эти эпики, просто ничего другого тут не вижу. Ну плюс 5к, это я думаю будет за глаза. Плюс 5к, 853 тысячи. Дальше у нас идет куча эпиков с дорогими наклейками. Так, ну давайте за все эти, вот, вот еще один US Piston Cold, он тоже стоит 1000. Ну давайте плюс 5к, вот за все, что вы видели также на экране. Плюс 5к, ну я думаю это самый минимум. Правильно, ну минимум 5к. Дальше у нас идет куча рарок, просто куча. Я не знаю, зачем вам так много рарок, камон, ребята. О, пошли чармики. Пошли чармики. Да ты шо? Ну, ребят, ну тут чармики арканы, но не недорогие. Ну, давайте плюс там, плюс 2к. Все, теперь ровно 860к. Так, ну что же, листаем вниз. И самое интересное то, что мы, ребята, еще пролистали только одну треть инвентаря. Что будет еще дальше? Зачем? Зачем так много чармов клевер? Давайте, ребят, по минимуму посчитаешь этих клеверов. Тут, ну, 1000 штук, потому что их очень много. Просто посмотрите. Я думаю, их больше, но минимум 1000 штук посчитаю. Это плюс 8к. Плюс 8к. Так, идемте дальше. Дальше у нас пошли печеньки. Дальше пошли наклейки. О, наконец-то я вижу нормальные дорогие наклейки, которые стоят хотя бы от косаря. Ох, ничего себе, тут даже есть стикеры Rust Metallic, которые стоят 5к. Не, ну, братва, ну, без обид, но это плюс 20к. Дальше у нас пошли легендарки. Очень много легендарок.
А, уже эпики даже пошли. Очень много эпиков, очень много легендарок. Но знаете, что мне интереснее всего? А что находится снизу? Ну давайте за все эти наклейки, тут есть Хэллоуин наклейки, типа, ну, плюс, там, не знаю, плюс 10к. Плюс 10к. Так, дальше граффити Fire Storm. Они стоят по 13 голды. Дальше граффити Gold School. Их тут тоже очень много. Ничего не дорогие, по 43 голдишки стоят, обалдеть. Это все граффити! Так оказывается, Котя, трейдерша, она накупила все эти граффити паков, чтобы потом продать дороже. Котя, ты че? Ребят, ну я думаю, ну давайте по самому минимуму, тут эти граффити паков тысяч, наверное, 10. Ну давайте по самому минимуму возьму, если там в среднем по 5 голды стоит, ну плюс 50к. Ну это самый-самый минимум. Так, ну что же, пока что 948 тысяч. Но! Есть одно интересное дно. Заходим на рыночек, мои запросы, и мы, ребята, видим первый гифтбокс. Плюс 33 тысячи. Да, у них есть гифтбокс. Да, они сумасшедшие! Дальше есть куча шарп-кассиков. Ну прям очень много. Но я думаю, тут, ребята, тоже их штук 100. Давайте вот по минимуму плюс 10к. Плюс 10к. Итого 991 тысяча. Теперь вопрос. Добьем ли мы до миллиона или нет? Скорпион кассики. А скорпион кассики на секундочку стоят по 200 голдишки. А у нас их 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Мама дорогая, ну штук 50. Это тоже плюс 10к. Миллион, ребят, перебили миллион. Дальше 2 ревел кассика. Ну они типа не супер дорогие. Но, а, какие 2? Какие 2? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 24 умножаем на 500. То, короче, давайте кругим плюс 12к. Тут меньшую сторону кругли, плюс 12к. Уже 1 013 000. Что мы еще интересно найдем? Фуриос кассик. Он стоит сколько? 1300 плюс 1000. Ох, мужики, обалдеть. Он не один. Извиняюсь, поправочка. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Значит, еще плюс 10 штук. Ну что же, я готов говорить итоговую стоимость этого нереально дорогого аккаунта. Итого, ребята, этот аккаунт занимает почетное второе место, и он стоит 1 миллион 24 тысячи голды! Ну а мы перемещаемся к нашему фавориту, к первому месту, погнали! Вам всем интересно, а где же брать такие дорогие скины, там два дела у рейтера дали? Ребята, ответ крайне прост. На булдропчике, потому что булдропчик это топовый дропчик, поэтому, братишка, не теряй время, заходи и поднимайся голдишку. А, да, кстати, там добавили новую коллекцию кассиков, добавили пулпасик и добавили скибидишки. У меня скибидишки, получаешь халявные арканы, прикинь, как это круто, и это не все. Сверху на башку есть два секретных слова, ты их вводишь и забираешь свою награду. Все нужные ссылочки находятся снизу, а мы идем дальше. Ну а прямо сейчас мы приходим на самый дорогой аккаунт в истории стендофа. Это аккаунт ТикТака. Кто бы что ни говорил, ребята, но его никто пока что не переплюнул. У него нереально дорогой аккаунт. Ну что же, давайте вначале так вкратце пробежимся по его статье. Ну тут, ребята, ну типа он даже калибровку не проходит до конца. Уважаемый ТикТакимус, ты чё? Общее время в игре 4000 часов. Довольно-таки немного. Ох, ребята, как же хочу показать инвентарь. Ну что же, погнали смотреть. Достаем наш любимый калькулятор и сходу, ребята, плюс 397 косарей. Ох, ребята, знаете, сколько у него всего предметов? У него 8800 предметов в инвентаре. Тик-так, ты ненормальный. Ой, ребята, я не знаю, как это считать. Я не знаю, как это считать. Я буду считать просто по чуть-чуть. Вот просуммировал и говорю, например, тут 26 пар перчаток. Это, ребята, сходу плюс 41 тысяча голдишки. Уже 438, это только начало. Там еще 8 тысяч предметов, ребят, снизу. Мама драет ножи. А я не знаю, да тут их миллиарды. Тут просто их миллиарды, ребята. Обалдеть. Так, ну что ж, давай дать сразу по 16. 32. 48. 64. Дальше. Плюс 16. Это 80. Дальше. 96. Дальше плюс 16. 112. 128. 144, 145, 146, 147, 148 ножей. Не, это полный трэш. И при том, это не просто ножи. Тут есть керамид гол. Тут есть тычки Хармони. Да тут есть абсолютно все дорогие скины. Вот тычки Хармони. Тут даже есть мимикрай. Мимикрай, вот он на рыночке. А, 149 ножей. Поправочки, 149 ножей. Ох, ребята, я сейчас просто сломаю себе голову. 5 минут later. Ну что, ребята, спустя 3 миллиона часов я досчитал. И знаете,
сколько стоят все эти ножи? Плюс 700к! Там один мини-край стоит 220к. Уже аккаунтик так и стоит 844 тысячи. Уже! А ща мы долистали до скинов, а тут, ребята... Ох, а тут такие скины. Вот я уже вижу. М40 Monster Statrek. Плюс 116 тысяч. Уже 960. Уже как аккаунт холдика стоит, это только начало. У нее даже есть АКРТХ Статрек с 4 арканами. Обалдеть. Так, ребята, видите, вот прям сейчас все, что перед вами на экране. Все эти дорогие скины. Знаете, сколько это все стоит? А я не знаю. Сейчас опять посчитаю и скажу вам. Плюс 70к. 1 030 000. 1 030 000. О, М41 Heroes Direct Statrek. Это сколько? Это еще плюс 100к. Нет, Тик-Так, ты просто ненормальный. Я не знаю, чем надо работать, какой частью тела надо работать, чтобы заработать такой инвентарь. И знаете, что самое-самое интересное? То, что Тик-Так же, он не донатит. Он ни разу в жизни не донатил на голдишку в Стэндо 2. Но, тем не менее, у него такой крутой, дорогой инвентарь. Вот я вижу М40 Monster, который стоит на секундочку тоже 23к. Так, ну что же, ребят, вот все эти арканочки, это плюс 40к. Так, а вот теперь самое интересное. Мы долистали до АВМ Treasure Hunter. Ох, ребята, ну, 60к. 60к на базу. Сюда 1 230 000. Дальше нас идет куча дешевых аркан, которые я просто просуммирую и скажу вам, сколько стоят все эти арканы. Обалдеть. Обалдеть. Пошли АКРТХ. Пошли М41 Year of the Tiger, каждый из которых стоит по 7к. Пошли по 90 самураи, М8 Blizzard. Так, ребята, я сейчас все это просуммирую и скажу вам итоговую стоимость. Я скажу честно, у вас челюха просто отлетит. Поверьте вы мне. 5 minutes later. Плюс 110к. Ну а прямо сейчас мы, ребят, долистали до самого интересного. Это Desert Yellow Raid. Понимаете, Тик-Так насколько богат, он даже его не применил. Даже не применил. Давайте мы применим, потому что я не могу на это смотреть. Тик-Так, ты совесть-то имей. Ты 95к голдишки просто даже не применил. Плюс 95к. О, пошли по 350 Forest Spirit. Посмотрите, ребята, эту перхоть. Вот я уверен, если я сейчас сотру, Тик-Так даже не заметит. Просто из-за того, что это не мой аккаунт, я такое делать, конечно же, не буду. Но я уверен, он бы даже не заметил. Обалдеть. Дальше USP, геометрики, G22, NES. Это все у Тик-Така лежит в инвентаре. Он даже не знает, сколько все это стоит. А я посчитал. Знаете, сколько стоит все, вот эти вот все скины, начиная от Диглау Рейд? Это, ребята, плюс 15к. Обалдеть. Дальше у нас пошли легендарки. Ох, ребята, ну тут просто фиас какой-то. Их вообще реально посчитать? Тут М16 виджетов куча. Это все Origin коллекция, это все очень дорого стоит тут. Ой, люди живут тогда, братва! Тик-Так, брат, если ты смотришь это видео, пожалуйста, помоги мне, как своему другу, дай мне немножко голдишки. И подписчикам, да и мне, братва, кому нужна голдишка. Плюс комментарии. Проверим, сколько нас. Ну что же, ребята, все эти легендарки, это плюс 50к. Плюс 50к. Уже аккаунт стоит 1,5 мульта. Дальше у нас пошел АВМ Спорт В2. Что понимали, Тик-Так, ну, насколько уже забыл про эти скины, он с АВМ Спорт В2 не играл уже 2 года. За последние 2 года он 0 раз сыграл. 0 раз! Обалдеть. А между прочим, этот авик Спорт В2 стоит тоже 44 тысячи. Плюс все эти авики, это, ну, плюс 50к. Плюс 50к. 1 550 000. Дальше ФАМАС Монстр. Я знаю, что это очень дорогие ФАМАСы. А, не? По 2к всего лишь? Так дешево? Так, ребят, дальше мы листаем вниз. Я вижу, тут есть АКР Туер, который стоит 9к. Ну, это все такое. Хэштег, ребята, пыль. Дальше куча АКР Некромансеров. Я не знаю, зачем ему АКР Некромансеры. Вполне вероятно, что он просто при помощи их трейдит. То есть он их собирает, потом, не знаю, через полгода продаст дороже. Так, ну что же, ребята, вот все эти скины суммарно стоят плюс 70к. Окей, идемте дальше. Тут у нас самые обычные легендарки и P350 Близзарды. Ну, такое, ребят, это пыль. Мы такие скины даже не считаем. Блин, Тик-Так, если честно, я не знаю, как ты не перекрафтил весь свой инвентарь. У меня так руки чешутся. Я так хочу перекрафтить все твои скины. Блин, ребят, может, Нинкрафт сделаем? А давайте сделаем, пока Тик-Так не видит. Тик-Так, брат, надеюсь, ты будешь не против. О, блин, ну я не могу. Ну, у тебя так много легендарок для крафта. О, смотри, М16 шотган скрафтил. Все. Так, главное, чтобы Тик-Так не спалил, поэтому ничего ему не говорите. Погнали считать дальше. Ну что же, ребятки, мы дошли, добрались до эпика. О, как же тут много эпиков. Понимаете, вот эти вот Хэллоуин наклейки. Но это не то, что пыль, это просто ничего. Листаем дальше. АКР, спорт. Посмотрите, ну это все перхоть, это все, ребята, даже не надо считать. На всем этом даже не надо заострять ваше внимание. Посмотрите, да, наклейка за 20к.
ну, не надо, не надо. Я просто вам сейчас скажу циферку, и вы можете облегчить себе жизнь, не считать, сколько все это стоит. Потому что, что это посчитаю я прямо сейчас? Ох, мне ж плохо стало, ребята. Ну что же, ребятки, и все эти эпики стоят плюс 200к. И я это говорю, а мне от балды, я все это считал. Тут куча USP, Stone Cold, G2 The Monster, куча других наклеек, чтобы понимали, насколько много. Смотрите, просто вот я листаю, это все эпики. Вот это все эпики. Так, ну что же, так, листаем вниз, а тут у нас пошло самое интересное. Это, ребята, наши любимые рарочки. Ох, ребят, походу я после этого видео немножко тронусь головой, потому что, ну это вообще нереально. Сколько все это стоит, тик-так? Тик-так, емусь, посмотрите, сколько рарок. Просто смотрите, давайте, наверное, воспользуюсь фильтрами. Ну, действительно, просто вот так выберу тип предмета. О, ребят, посмотрите, что я пропустил в эпиках и в рарках. Ну, потому что скинул настолько много, что просто нереально сосчитать. G2 Зварелик плюс 14к. Дальше FNFA Laser плюс 12к. Это уже 26 тысяч. И плюс USP Genesis. Это 25 тысяч. Итого, ребята, суммарно плюс 50к. Плюс 50к. Но самое интересное, мы же не посчитали, сколько стоят все эти рарки. Ребят, я считал там около 3000 рарок. Я думаю, если взять в среднем, что каждая рарка, ну давайте, стоит там, ну, 5 голды, это будет плюс 15к. Плюс 15к. Ну что же, а теперь мы листаем сам самый низ, что же еще интересное мы тут сможем найти. А вот тут, ребятки, у нас начинаются наши с вами любимые наклеечки. О, нет, как же много наклеек! Посмотрите, сколько у него наклеек Дракула. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Обалдеть! Он просто магнат с наклеек. У него куча наклеек с Хэллоуин коллекций. Ох, ребят, я сейчас все это посчитаю и скажу вам суммарную стоимость всех этих наклеек. Ну что же, и суммарно, ребята, все эти наклейки стоили 95к. Плюс 95к. Ох, да, я уже вижу итоговую сумму. Я скажу честно, мне плохо. Обалдеть. Дальше у нас тут граффити. Ну, давайте за все эти граффити. Ну, плюс 2 косарика. Плюс 2 косарика. Так, ребят, теперь самое интересное. Переходим на рынок. Мои запросы. Что же у нас есть тут? Так, мимикрай мы уже считали. Берец и дамаск они еще не стоят. У тик-така есть Хэллоуин чармпак, который он поставил на продажу за 100к. Что? Какие еще 100к? Тик-так, ты че? Так, считаем. Плюс 5к. Так, теперь давайте, ребята, мы перепроверим. Ничего ли я там случайно не пропустил? Я помню, раньше у Тиктака было очень много Хэллоуин паков. Ну, по всей видимости, он их всех подкрывал, и теперь у него очень много Хэллоуин наклеек, а именно рарок. Ну что же, ребята, прямо сейчас я вам говорю итоговую стоимость всей этой красоты. Всех этих скинов, всех этих ножичков. Ну что же, леди и джентльменс, аккаунт Тиктака стоит 2 миллиона 20 тысяч голдишки! Это нереально, это просто что-то с чем-то. Поэтому, мои уважаемые друзья, прямо эту секунду, за это нереально крутое видео прожмите лайкусик, обязательно подпишитесь на мой канал, напишите любой хороший комментарий, также подпишитесь на мой ТГ-канал, потому что кто подпишется, я так вот незаметненько разыграю Desert Eagle, Якудзу, Статрек, Синвентаря, Тиктака. Бегом в ТГ и бегом подписываемся на мой Twitch, сегодня там тоже будет стрим. Все, братан, всех обнял, всем пока-пока.